Инга занимается 4-й год. Она многосторонняя спортсменка. Она чемпионка района еще по настольному теннису. Так как в спортивной школе у нас есть все условия, кроме кикбоксинга у нас есть еще бадминтон, теннис, бильярд, шахматы, шашки. Это для общего развития. А вот Инга успевает параллельно участвовать и в соревнованиях по кикбоксингу, и по настольному теннису.